началась весенняя паника в Америке. Смотри, как красиво. Ух, ух. А так как мы дураки, тут наберем по акции. Вот такой давай возьмем или такой. Прямо сейчас сезон начался. Я говорю, первые теплые деньги. Народ сумасшедший. Вы бы сегодня видели, что творится везде, а не везде. Так, всем привет. Тут никого нет. Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». В моем любимом местечке. Присматриваемся, что будем покупать на этот летний сезон. Какие цветы. И мы с Феликсом увидели пожар. Пожар на стороне Омахи. Здесь не видно. У нас начался сезон ветров. Это что-то с чем-то. Такое сильный ветер. Вот прям дышать невозможно. А, у девчонок горячая пора, чай не попьешь. Not for sale, я так не поняла. А, еще не продается ничего. В 4 часа закрывается. Классненькая. Сюда им стульчики надо поставить, потому что я бы посидела. Вот эти кактусы. У меня дерево-то хоть одно прижилось. Ладно, пальма нет. Наверное, ничего не купим. Рановато. Что-то я Феликсу сказала, говорю, пошли купим что-то, это цветочки. Я сейчас думаю, рано-рано еще, первая половина апреля. Феликс, найс. Мы, короче, пришли в цветочный магазин, там, наверное, пойдем. С Феликсом мы с ума сошли? Паркинга, оказывается, нету. А у нас как бы первая теплая неделя. Такая теплая, что все, мы вообще раздетые. Вот. Народ вообще оживился. Феликс говорит, 3 дня сейчас тепло будет. А мы приехали за нашими этими корзинками. У нас есть формы. Там, наверное, да? У нас есть формы такие металлические, и туда надо специальную сеточку, в которую землю потом насыпать. Я не знаю, как называется. It's here. Еще птицы любят этот материал гнезда вить. Вот. Как называется вот этот name? Да, я тоже не знаю. I don't know it too. Траус, планет, траус, троч, плентер. У нас в этом году больше цветочков будет. У нас Феликс устроил. Так. Вот за $5 7 штук. Потом висящих взяли за $3. И у нас еще трактор есть. Едет, едет по полям. Трактор там какой-то, песня веселая была. Я говорю, Феликс, давай посмотрим, сколько цветы стоит. Брать не будем. А так прошлые года-то, вы знаете, тетя Таня-то дикая. Я вот это как дура, блин, все как наберу. А наполовину как умрет. Денег на ветер. В этом году мы и смарт, да? Посмотрим немножко, пойдем. Смотри, как красиво. Ух, ух. Ох, и все стареем. Все. Эти, как его? Какие-то инстинкты. А, так, какой цвет будем в этом году выбирать? Так, пока мы ничего не закупили, народ, закидывайте-ка этот, идеи. Дом у нас цвета детской неожиданности. Порч будет коричневый. Эй, порч не white paint. Maybe у тебя есть идея? First year был very beautiful color. Вот такой, знаешь, вот Феликс, something here. Вот видишь, вот этот. Ну, надо смотреть этот.
Мы-то не в этом магазине будем покупать. Мы уже в этом магазине, мы за эти все годы проходили. Мы так только посмотрим. Мы только в каноэ отовариваемся. То есть в прошлом году мы купили дорогие саженцы и помидоры. Ну, то есть не прям дорогие, но не здесь, а в таком более дорогом магазине. Все выжило. А так как мы дураки, тут наберем по акции. И потом половина погибает, Феликс. Взяли по $3, и потом они еще и медленно растут. А, пчела уже. У нас еще апрель. Даже 15 апреля еще не настал. Еще налоговый сезон не закончился. А народ уже пошел. Сегодня мы с Феликсом зашли на канал «Американская жизнь русской жены». Но зашли в Минардс. У нас этот началась весенняя паника в Америке. Разные причины паники есть. Вот у нас весенний ажиотаж. Так, газонокосилки можно. Ой, за $100 можно газонокосилочку купить. Можно и за 400, и за 500. Но самое дешевое за $100. Такая ручной тяги. Феликс мечтает о газонокосилке, на которой можно ездить. Он, конечно, может ее себе позволить. Но площадь не позволяет. Экскиз. Вот. А мы зашли сегодня в Минардс. Хотим купить краску для крыльца, для заднего. Немножко помечтать. Посмотрели, сколько цветы стоят. Феликс сказал, помидоры дорогие. Один саженец $5. В этом году подорожание. Да, у нас вот есть сбоку канализация, как называется, стоит аппарат, который скачивает лишнюю воду. Ты хочешь white? This here something new? У нас сбоку канализация стекает и стоит уровень, и у нас автоматически сбрасывается вода сбоку дома. И вот мы такую штуку делаем. Но это $14. И здесь вот штучка такая. Начало не очень хорошее, но нам не подходит. И мы взяли за $5. Вот такую в этом году попробуем. Я покажу, как мы сделали. Но в этом году новое, потому что вообще мы всегда вот такой пользовались. Потому что вода стекает все время в одно и то же место. И в этом месте становится земля мягкая. А когда приезжает... Так, Феликс уже disappear. А когда приезжает компания газон косить, они же на сильных машинах, и они начинают наше место, где вот мокро все время, это место начинает деформироваться. И мы помним один год, они как бы снесли вот этот вот травяной покров, и там образовалась лужа, не засыхающая лужа. И теперь нам приходится контролировать это дело. И вот такой сток, нам надо воду как бы в другую сторону отводить, и мы каждую неделю или каждый месяц меняем положение направления воды, чтобы вода не стекала все время в одно и то же место. Вау, Феликс, все, вот ему сказали, что я пчелу люблю. Ему очень нравится все. Это там... How much? Ten? Феликс, дорого. А где мы поставим? Where you want to put this? Этот... It's not beautiful, Феликс. For porch? Сегодня, наверное, видео так и получится. Мы...
готовимся к лету. Я покажу, что мы с крыльцом сотворили. Luminarts, busy. Очень много людей. Эй, Феликс! What about paint? Окей. Я же хочу заднее крыльцо перекрасить. У нас, вот я смотрю, все красят в такой деревянный коричневый цвет. Такой с красным оттенком, как красное дерево. И я вообще юмора не пойму. У меня в голове не складывается, потому что это крыльцо заднее. Оно как прыщик, очень некрасиво смотрится, потому что цвет не соответствует. Я говорю, Феликс, надо, говорю, этот темный цвет, темное дерево. Примерно, говорю, как у тебя в офисе, вот такого плана. И тогда крыльцо, переднее крыльцо, заднее крыльцо, крыши, они будут совпадать цветом. Я такая раз, сиски, хотела сматериться, блин. Они макадамия. Макадамия? Yeah. No, not for me. If you want to take snack for break time. Феликс просто нравится макадамия, орехи. Вообще из этой пищевой зоны надо уходить. Я Феликсу говорю, почему все красят вот в этот цвет? Ты знаешь, как все одинаково делают. Now I know where you buy it this. В Минарте. It's you пугаешь меня. Вот я Феликсу говорю, давай изменим направление и перекрасим в другой цвет. Феликс красить не хочет, а я говорю, на следующий год нам дом продавать. Не смотри сюда. Какой? А? Так. Попробуй перекрасить абсолютно другой цвет. Мне кажется, будет намного красивее. This one is like paint. This one's a little bit. No, I don't want paint, I want this. Вот у нас какой-то вот такой, да? Not this. Сидр? Какой-то красный сидр. Ты, блядь, черный юмор. Вот такой давай возьмем или такой. You need everything paint, so it's same. Да. Not just floor. Да. You need what, three? Three, four. Yeah. It's here, maybe там. Смотри, maybe можно взять большой какой-то one. А тут мы берем вот эти, может, дешевле нам ведро купить. Федь говорит, ты понимаешь, что эти все надо будет перекрашивать? Yeah, it's cool, but it's... я не профессионал. Вот хороший. Чё... ты такой высокий, так дышишь, у меня аж волосы, ветер. В общем, мощный дядька, блин. Да. Нет, там тоже wood можно. Но это paint, это краска. Cool, да? Ну там у нас big hut. У нас на заднем дворе это просто жарище какая-то. I like color this. Видишь, brown. Вот, I want такой. Заехали за газом. Хотела показать. 169. Такая лавочка стоит. Мы когда на Истере-то были, мне так показалось, я точно не скажу там, потому что была скатерть, но мне показалось, что вот такие столы стояли в ливинг-руме. Я говорю, Феликс, они их откуда, с какого парка затащили сюда? Вот. Но там один из гостей у нас был владелец франшизы в Омахе, и у него около 10 ресторанов. Может быть, там он поспособствовал этому где-то.
Зашли мы на наш любимый трактор Supply после Минарца. Еще покатались. Муж, как всегда, побаловал. Он мне вообще заявил, что, говорит, он же сейчас на удаленке работает. Из дома, он говорит, раньше я не работала. И он работал, и он понимал, что я целую неделю сижу дома. И суббота-воскресенье надо куда-то выходить. А сейчас наоборот. Он мне говорит, ты понимаешь, говорит, я целую неделю дома. Суббота-воскресенье надо куда-то выходить, потому что у меня как бы, ну, надо развеиваться. Это как говорю, вот это да, это весело. Так, рассматриваем мечту Феликса. 6 тысяч, ну 5-600. Это не так дорого. Хорошая компания. Феликс любит эту компанию. Типа Bad Boy. Собака. Мы когда на Бердшайн Хатуэйта были, оранжевая надувная большая стояла. Так, там что было? 3600? А, 5600. А здесь 3600. А что там? Ну, есть какие-то свои штуки-дрюки. Наверное, она повыше, это поменьше. Да, вот эта машина тоже хорошая. 4200. Cup Cadet. Прямо сейчас сезон начался. Я говорю, первые теплые деньки. Народ сумасшедший. Вы бы сегодня видели, что творится везде, а не везде. Не только в Минарце. Повсюду. Мы купили краску. Решили на следующей неделе приступить к окрашиванию. Сейчас Фельс говорит, я запасусь газом. Сегодня он меня обрадовал, началась война в Иране, да? Иран, Ирак? Иран, наверное, так. Кто-то куда-то что-то с Израилем. Я такой говорю, ну, прекрасно. Здрасте, я ваша тетя. Еще этого нам не хватало. А так, в принципе, суббота очень даже хорошая. Прикупили много всего для цветов. Мы уже готовы высаживать. Идет птичка.